Здравствуйте, уважаемые друзья! С сегодняшнего дня я по мере своих возможностей, по мере своего времени, я буду делать обзоры следующим образом. Если времени у меня мало, то я для вас буду снимать просто распаковку модели, а уже полноценный стандартный обзор свой, который я делаю со всеми тестами аккумуляторов, камер и тому подобного, будет выходить чуточку позже. В распаковке я буду показывать для вас новинки, которые мы хотим как можно быстрее представлять для вас, чтобы вы имели понятие, что это такое. Итак, сегодня я покажу вам, получили JU G4 232 Advanced версию в черном цвете. Были они у нас уже в белом цвете, но вот хочу показать, рассказать, что это за модель в черном. Во-первых, хочется сказать, что модель является одной из самых лучших, одной из самых, не то что популярных это само собой, одной из самых быстрых и производительных. Объясняется это все тем, что тут турбированный процессор, тут разрешение дисплея 1280 на 720, ну и, собственно, сам экран 4,7, то есть модель довольно-таки компактная. И давайте посмотрим, в какой коробке поставляется данная модель. Вот отличительной особенностью является 32.2, модель GAU G4. Вот еще такая лейбочка тут есть. В комплекте, как всегда, у GAU практически ничего нету. То есть тут идет один аккумулятор на 3000 мАч и стандартная зарядка USB кабель. Обязательно сюда влаживаем мы переходничок. Внешне модель имеет очень классный дизайн, очень тоненькие рамочки. Вот эту пленочку можно снять. Экран у нас шикарный, 4,7 дюйма. Сбоку у нас идет качелька громкости, сверху разъем под наушники. С этого бока у нас кнопка включения и выключения. Ну и снизу у нас стандартно разъемчик под USB и микрофон. Под крышкой данная модель имеет две сим-карты, одна из которых стандартная, другая микросим. Разъем также есть под карточку microSD. Аккумуляторы в данной модели, он один в комплекте, и он поставляется на 3000 мАч, держит данная модель великолепно. По корпусу с лицевой стороны у нас идет стекло, защищенное Gorilla Glass. Кнопки сенсорные по-прежнему не подсвечиваются. Слева направо тут идет меню, домой, если их будет видно. Вот так вот их видно. Это меню, домой и назад. Сверху у нас камера фронтальная, датчик освещенности приближения, ну и, собственно, динамик. Вот, в принципе, все. Я обязательно через пару дней сделаю для вас обзор. Мы его выложим вот по вот этой вот ссылочке. Следите за обновлениями на нашем канале. Будем всегда для вас снимать самые интересные, самые классные обзоры на все самые популярные модели. Спасибо за внимание. Ставьте нам лайки. Всего доброго.